Приветствую вас на моем канале, с вами Павел. Вот, пришла очередная посылка. Вот она здоровая, не помещается в камеру. Смотрите, это у нас селфи-палка, монопод, по-другому назвать, да? Вот, заказал я у фирмы Yonteng. Вот, это как бы очень такая известная фирма китайская, она делает качественные товары. Такая, как, допустим, Xiaomi делает электронику качественную, Yonteng вот именно делают фотоаксессуары качественные. Вот, ну, давайте ее распакуем, посмотрим, что внутри. Да, я как бы уже 15 лет, вот, зачем я ее заказал. Ну, как видите, у меня камера низко, камера низко находится. Вот, ну я специально взял, у меня есть как бы клинок, тоже фирмы Yonteng, маленькая, да, вот, ну я специально заказал побольше, точнее монопод, чтобы как бы накрутить на треногу, вот, накрутить на треногу, ну и тем самым увеличить высоту. Так, ну вот такая вот упаковка, как бы тренога у меня из фирмы Yonteng тоже пришла в упаковке. Значит, видим, тут к ней еще должен идти крепеж под мобильный телефон, она как бы изгибается, ну тут всякие картинки, какие положения могут быть, вот, ну это все понятно, давайте на нее лучше посмотрим. Так, ну вот как бы вот такая вот она. Так, откручиваем. Вот, видите. Вот она, Yonteng 008. Называется, у нее даже серийный номер есть. Она железная. Вот руку холодит. Ручка такая, видите, прорезиненная. Вот, и слышно. То есть такие резиночки, они ходуном ходят, то есть в руке будет не скользить. Крепеж для мобильного телефона, да, под любой. Так, далее. Вот тут какой-то замочек. Так, сейчас, ладно. Оп. То есть вот с помощью вот этого вентиля откручиваем и можем поворачивать, да. Повороты тоже у нас на... Такое ощущение, что на шестеренках, да, то есть пошагово делается. Так, ну давайте открутим скрепеж. Вот, ну, то есть получается вот сюда стандартный болт. Оп, сейчас вот так. Вот, стандартный болт под, ну, те же камеры, Xiaomi, допустим, action камера, да, можно ее сюда легко вставить. Вот, то есть вот, следовательно, вот этот вот болт, он закручивает именно вот эту часть. То есть, чтобы плотно все сидело. Так, что у нас еще? Еще она должна выдвигаться. То есть, вот смотрите, тут вот замочек, да? Вот. И, следовательно, ее в бок крутишь и выдвигаешь. Опа. Ох, ну вам не передать, да, какая она высоту. Сейчас давайте ее... В общем, она где-то метра полтора. Сейчас. Ну, как можете видеть, она у меня даже не помещается. Видите, очень большая получается. То есть ей регулировать можно очень хорошо высоту. Так, ну вот такая вот селфи палка да, и главное, тут еще есть болт, точнее резьба, как раз чтобы накручивать на треногу. Вот, ну для этого я ее, собственно, и взял. Вот, товар очень качественный, действительно, вот как и тренога, очень качественно делает эта фирма. Вот, поэтому
Если хотите качественное что-то, то к покупке рекомендую. Вот. Ну, следовательно, будет у меня со следующего видео повыше камера стоять, поэтому будет удобнее снимать. Вот. Ну, что ж. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Извините, что как бы все полностью не поместилось в камеру, но как бы нет возможности снимать нормально. Вот. Всем всего доброго. Пока-пока.